Представляем бойца из синего угла. Ему 21 год, рост 169 сантиметров, вес 57,2 килограмма. Его профессиональный рекорд – одна победа, без поражений. Его стиль ММА – из Кыргызстана, Нуржигит Кочкарбай. А вот и его соперник в красном углу. Ему 22 года, рост 172 сантиметра, вес 57,2 килограмма. Это его профессиональный дебют, его стиль ММА из республики Ингушетия, Али Мальсагов. Рефри поединка Ашот Ашукян. Я бы добавил легендарный Ашот Ашукян. Ну и что логично, да, получает желтую карточку за перевес. Ну, в общем, довольно большой перевес киргизский спортсмен. Ну, посмотрим. Для него это может быть только выгодно. Другой момент, что ему еще больше нужно результат показывать. Желтая карточка, напомню, что это минус балл. Визуально больше он кажется, нежели ингушский спортсмен. Али Мальсагов начинает с лоу-киков. В общем-то, довольно логичное действие. Такая разведка боем. В отличие от многих спортсменов, которые сегодня работали лоу-кик по нижней части ноги, по икре, он бьет совершенно классические лоу-кики по бедру. Совершенно не теряется киргизский спортсмен. Вот. Прилетели они оба к нам на комментаторскую позицию, и вот уже откочевали дальше. Интересный эпизод, в котором сверху мог оказаться, пожалуй, кто угодно, но оказался Али Мальсагов. Помню, что все-таки он кандидат в мастера спорта по боевому самбо и по вольной борьбе. Это все-таки очень серьезное достижение. Так, и смотрите, и ручку тоже захватил. Неужели удушающую она сюда будет делать? Красота какая. Ну-ка. Сдача, 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 сдача. Какая красота. Слушайте. Очень интересный эпизод. Совершенно неожиданно вышел на удушающий. Из маунта захватил ногами ногу, руку, обратите внимание, киргизского спортсмена. Вот насколько хитрый оказался захват. Ситуативно, да, вот почувствовал, что здесь сейчас нужно прихватить. И доделал классический треугольник руками с совершенно не классического положения. Во-первых, с маунта, где это делается не так часто. А во-вторых, с захватом руки. Ну, классно, классно. Заявка, кстати говоря, вполне себе первая заявка серьезная на бонус вечера. Наше поздравление братской Ингушетии и лично Али Мальсагову. Молодцы. Очень красивый бой. Дорогие друзья, время остановки боя. Первая минута, 22 секунда первого раунда. Таким образом, удушающим приемом победу одержал Али Мальсагов. Ваши аплодисменты.